Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию Побимки. Тут такое дело, короче, у Лёхи спиздили тачку, мы сейчас гонимся за ним. Блять, просто вот, ну, просто сразу начинаем, друзья. Короче, не спрашивайте меня, кто вот это вот сзади. Я сегодня работаю в виде копа. Так, блять, слышь, за Лёху и двор, стреляю в упор, ёпта. Давай, 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 короче, ребят, это розовая тачка, я сейчас вам расскажу, кто это. Сегодня Федя, Петя, короче, он там это, блядь, лечится от чего-то. У него воспаление хитрости, сегодня, короче, его девушка это, жена его, короче, Карина Марина, друзья. Встречайте нового героя, вот она сегодня помогает мне. А, как бы, Федя, Петя, так, блядь, остановись, слышь, блядь. Короче, у Лёхи просто нагло угнали его тачку. Слышь, стоять, ублюдок. О, ну, блядь, Карина, нахуй! Ёбаная Карина, почему она вся в своего, блядь, мужа, а? Я не понимаю, нахуй. Ну все, он сбежал, блядь. Все, пиздец. Ну, блядь, Лёхе тачку разбили. Карина неугомонная. Короче, ребят, встречайте Карина Марина. Видимо, у них в семье так полагается, видимо, непонятные имена. Двойные. Каринг, Маринг, Каринг моя. Бля, Лёхе, конечно, тачку разъебали хорошо. Ну ладно, друзья, давайте заново, заново. Значит, у Лёхи спиздили машину. Мы с Кариной Мариной сразу... выдвигаемся. Давай, давай, лови его, нахуй. Прижимаем, прижимаем. Он, видите, еще по встречке уходит. По встречке из города мы его гоним еще. Он, блядь, пиздец, просто на все бабки. А Леха мне звонит, такой, бля, короче, у меня тачку угнали, ебать, подрифтить хотел, поехать, повыебываться. Я говорю, ну все, молодец. Карин, пожалуйста, ты знаешь... Бля, Леха! В смысле, фу ты, блядь, дебил этот, грабитель. Тихо, Карина, бей его. Андрюха, Санечек, Ванечек и Стас. Булкин Кейс знает каждый из вас. Нет сайта лучше, ты со мной согласись, ведь Булкин Кейс заеби. Фа 18, GTA 5 за копейки, рандомы, призы, позитив в битейке. Тетя Люся, за стол зацепись, ведь Булкин Кейс заеби. Розыгрыш игр, выгодные рандомы, лучшие цены на игры знакомые. Не ленись, игрухой обзаведись, ведь Булкин Кейс заебись. Пока Семёныч пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Бей его! Он нас обманул! Карин, пожалуйста. У меня с колесом проблемы. Куда Лёха? Фу, блядь, не Лёха этот, грабитель. Он наебал меня! Сука, у меня колесо пизда. Чё там Карина делает? Тихо-тихо, он съебывает от Карины. Смотрите, ебать, его разнесло там. Карина, ты давай быстрее, там задний ход. Так, бью, фу, блядь, не Лёха. Короче, грабитель этот. А это, кстати, этот, нахую намотан, это тот промышленник, он просто все... О боже мой, почему Карина такая же тупая, как Федя, Петя, а? Сука, нахрена ты машину-то нам разбила, дура туп... Блять, тихо-тихо, пока он не убежал еще. Нифига он на таран пошел, слышь, нахую намотано. Давай не борзи, мы тебя тогда в прошлый раз не поймали, ты решил угонами промышлять, да, теперь? Давай-давай, зажимаем его. Пизда мне, все, машине. Что-то Карина решила по какой-то польку станцевать, походу, с грабителем. Ладно, хорошо. По новой давайте. Итак, все, задача ликвидировать грабителя. При этом, короче, ребят, вы понимаете, да, нам Лехе-то нужно тачку довернуть целости и сохранности. Карина. Блядь, тихо. Фу, засмотрелся, сука! Давай догоняй его! Только не разбивай тачку, Леха нас потом прикончит, если что. Если узнает, что мы его любимый дрифткар разбили. Он его и так восстанавливал после того ДТПшки. Помните, когда Леха мне задолжал бабок, я за ним гнался. Ну ничего, мы сейчас Лехе поможем. Лехе надо вернуть тачку. Друзья, Лукасов подкиньте, чтобы Леха с тачкой сегодня остался. Потому что надо ему вернуть ее. Иначе пацан просто без дрифта жить не может. Он как бы хочет раздавать, кататься. Бля, по встречке гоним. Как хорошо, что навстречу никого не едет нам. Никого не едет нам, хорошо сказал. Спасибо. Не за что. Карин, пожалуйста. Я не знаю, что там, друзья, но я начну тормозить. По-моему, там пиздец. Ой, что-то мне эта пыль не нравится. Так, Карина встал. Ой, блядь. А куда этот-то съебал? Куда он уехал? Быстрее скажи, блядь! Направо, налево. Блядь, пизда, она расхуяр... Налево, походу, да? Карина, ну ты ёбнутая, конечно. В больничку, короче, вызвал, короче, ей МЧС. Пиздец, просто колеса в разные стороны. Походу, Лёха... Фу, блядь, нахуй намотано сюда съебал. Так, ребят, надо ликвидировать, иначе Лёха нас не простит. Куда он поехал-то? Блядь, пиздец, он нас просто... Вон он! Вон, вижу! Тихо, столб. Блядь! Блядь, сука! Едет машина? Давай-давай-давай, нам нужно. Иначе Лёха просто не простит. Все, пиздец, я не догоню его, ребят. Все, нахую намотано, спиздил тачку и уехал. Что там с Кариной-то в итоге? Все, смотрите, он даже особо без повреждений. Чуть подвеска что-то у него тут хромает. Все, он съебался.
Карин, объясни мне, пожалуйста, ты вообще знаешь, что такое тормоз? Вот как можно было вот так уебаться просто? Вот, она, по-моему, не тормозила, знаете, она закинула рулем вправо и просто решила боком войти туда. Ладно, друзья, проебали мы с Кариной вместе нахуй намотано. Все, не бей только его! Блять, ну Леха же пизды, да, зачем ты его? Останови ты его легонечко, останови чуть-чуть его потихонечку. Давай. Ребят, кстати, можешь фуру запустить навстречу какую-нибудь, чтобы нам ехало? Хорошая идея, ребят, сейчас добавим экшена. Потому что это будет вообще жестко. Типа мы ж повстречу... Пиздец, он уходит. Тихо. Не разъеби Лехе тачку, блядь, придурок. Нахуй намотан японский рецидивист, блядь, бандит. Я не знаю, грабитель. Самый настоящий вор, которого никто не может поймать. А, бля, вот он дает, а. Так, тихо, надо как-то его... Давайте его попробуем легонечко столкнуть. Легонечко. Я думаю, Леха, если легонечко столкнем, ничего нам не... Тихо. А где Карина? Она опять уебалась? Я не слышу. Да, я услышал этот звук. Так, тихо. Все, поймали. Тормози его, все, убегает, блядь, убегает, быстрее, Карина. Давай, Марина, Карина, блядь, давай. Сука, где, все, убежал, блядь. О, господи, ты. Все ясно, короче, опять потеряли. Теперь он убежал сам, ладно. Так, друзья, давайте сейчас попробуем еще пару раз. И, в общем-то, для экшена я реально добавлю. Не бей в жопу ему, не. Блять, ну там же, ну, кто ремонт-то будет оплатить? Блять, Карина, все, да съебись! Блять, какой... Все, догоняй нас, я сейчас его аккуратно обработаю. Просто ударила ему в жопу и все, испортила. Как можно вот так вот, ну просто нужно ее тихонечко остановить-то, все. Нам же нельзя тачку разбивать ему. Пиздец иначе. Блин, пипец, он отрывается по прямой от нас. Сейчас мы фуру пустим навстречу, сейчас будет весело, блять. Так... Так, хорошо, потихонечку догоняем, сейчас, ну, нахуй намотано, видно, что намного лучше ездит и как бы не, по прямой не ушатывается, так, тормозить начинать надо, наверное, да, тормозим, опа, а ну стоять, сука, все, тупик сзади, подпираем, где Карина? Понятно, блядь, только обернулся уже, авария, все, надо брать его, давай с двух сторон зажимаем его. Карина, быстрее, пожалуйста, где ты там? Что ты, все, машина умерла? Придется самому, так, все, держи. Да как ты это делаешь, а, нахую намотано, вот у нее точно что-то намотано нахую. Реально что-то намотано, опа, все, сам ушел, в кювет. Убегает, нет, не убегает, стой, сукин сын, стой, Лехе тачку верни, не бей ее, все. Все, он, короче, кинул тачку, его туда спрыгнул, блядь, убежал. Че с Кариной-то в итоге? Ты вовремя, блядь. Ясненько. А столбы умеем объезжать, нет? Умеем столбы вообще объезжать? Так, сейчас, друзья, мы добавим экшен. Ребят, ну, я не подстрекатель, как говорится, но я себя подстриг, кстати, реально, потому что пиздец. Так, Карина, пожалуйста. Я ничего не хочу говорить просто. Я не знаю еще, как это будет. Я просто там кое-что поставил. Точнее, ну не то, что поставил. Леха, точнее, я нахуй намотан. Остановись, верни Лехе тачку. Сука, он бедный студент, блядь. Он этот корж строил пиздец как долго. Пожалуйста. Блядь, что это навстречу едет? Блядь, хую! Намотана! Карина, не делай ошибок, пожалуйста. Угу. Вот до чего, ребят, доводят гонки от ментов по встречке, блядь. Вот до чего доходят. Потому что, ну это пиздец сейчас что устроили. Я не думал, что это будет настолько жестко. А нахуй намотана хоть и неплохо справляется, конечно, с управлением. Но, видимо, блядь, увидеть грузовик навстречу он не может, блядь. Потому что он ему в лоб вошел ровно. Ну, пиздец. Я не знаю, чья тачка осталась более-менее цела. Наверное, кстати, моя. Потому что она на ходу, хотя я своей стороной прям приложился. Но это было жестко, ребят. Мне понравилось. Продолжаем. Это поинтереснее, согласитесь. Мне кажется, Лукас, друзья, хорошая сегодня это атмосферка. Так, все. Надо остановить. Давайте я просто... Во-во-во, догоняю. Остановись, ты, дарас. Нахуй намотал? Тебя депортируют в Японию, сука. Остановись, японский. Ты грави... Уходит, смотрите, уходит по прямой от нас. Тормози, ты дарас, там впереди, блядь, стрелять будут. Тормози, дурак! Тихо. Я не знаю, что сейчас будет. По-моему, да, блядь. Ёбаный насос! Ёбаный рот!
Ну это слишком, блять, экшеново. Это слишком экшеново. Я, конечно, не, реально не подстрекатель, друзья, но это слишком жестко. То есть вы видели, сколько всего. Нахуй намотано уебывается фуру. Точнее, грузовик. Грузовик подлетает. В этот момент меня бьет в жопу Карина Марина. И я улетаю, блять, под. Это пиздец. Просто пиздец. Че мы устроили, ебать, на шоссе тут? Ну да, Карине лишь бы, блядь, потолкаться. Вся в Федю Петю, как всегда. Да-да, только уже не надо его искать, там как бы нахуй намотано, не думаю, что там осталось что-то от него. Там уже, блядь, пятно от него просто пустое. Но это было жестко. Да, так, друзья, окей. Все, пожалуйста, нахуй намотано, ты реально допускаешь ошибку. Признайся, ты спиздил тачку, просто остановись и все. Просто остановись, мы не будем тебя сильно на... Карина, что это, блядь, такое, что за танцы, нахуй? Просто остановись, реально. Остановись, придурок, будем стрелять сейчас! Идиот! Так, тихо. Все, понесло. Бью, аккуратно. Тормози, блядь, навстречу фура! Уворачивайся, идиот! Пизда. Просто нахуй намотано, лоб уходит. Я не знаю, что сейчас будет дальше, потому что Карина отстала. Где она? Вон она только едет. Фура просто в лобешник залетает, нахуй намотана, отлетает куча запчастей, давай чуть-чуть ускорим. Тащит его вперед. И, конечно же, Карина Марина не может остановиться. Она же, блядь, тупая, нахуй, как и Фетя Петя. Просто минус колесо. И она укатывается. Дайте угадаю, к кому сейчас полетит. Ага. Кто у нас тут засел? Не, странно, тут его вроде нет. Ну, заебись так-то. Ну, я единственный, блядь, поступил правильно просто. Хотя я не хотел сталкивать никого никуда, поэтому... Все случайность, все случайность. Так, ладно. Реально, понимаете, у нас машины вот эти вроде бы заебись, но я не могу догнать реально Лёхину тачку, потому что он ее настолько, блядь, хоро... О, боже мой, вот ты дура-то тупая, какая же ты идиотка, просто вся Федю Петю, просто вся, реально. Так, все, надо как-то аккуратно, ребят, надо учитывать, что мы едем по встречке. Все, тормози, тормози, там встречка впереди, тормози, идиот, тормози, тормози, придурок! Вот это было, кстати, красиво. Но мне больше досталось, по-моему. Хотя нет. Пиздец. Просто пиздец. А Карина где? А, понятненько. Что? А чё коптит так? Мотор-то у тебя. Все, умер мотор. Капиталем? Или чё? Так, ладно, блядь. Хорошо, друзья. То есть, понимаете, да, насколько различные исходы у нас каждый раз? Карина, послушай. Это, да, это вор. Надо его ликвидировать, остановить. Но машина Лёхи, нашего друга всеобщего, блядь. И Федя Петя его знает, и все его знают. Местный, блядь, хулиган, стритрейсер. Ну, блядь, он все-таки наш кореш. Мы его не должны тачку-то ему разбить. Давай его аккуратненько прижмем. Фура! Я такой, типа, блядь, я-то уклонился, а они... Бля, вы что, идиоты, что ли? Ой, блядь, какие же просто вот, блядь, почему таких берут в копы? Объясните, вот таких, блядь, розовых, нахуй. И Федя Петя далеко. Ой, не ушел. Ну, пиздец. Я не знаю, что с Кариной. Не знаю, как Федя теперь... А, ну, Карина-то у нас стойкая барышня, смотрите. Независимая женщина. Решила протолкнуть. Ну да, так-то нормуль. Я тоже, правда, себе тачку-то разъебал. Пиздец, они что делают? Вообще, в своем уме, нет? Нахуя вы толкаете грузовик? Теперь грузовик их толкает. Мне кажется, он сейчас переедет их просто. Все хорошо, нет? О, боже мой. Я просто не могу. Я не могу, друзья. Это какой-то кошмар просто. Так, ладно. Мы сейчас под конец еще, наверное, сделаем следующим образом. Мы нахуй намотано дадим его тачку, чтобы он на своей удирал. Сейчас только надо реально хоть один случай сейчас, чтобы был, чтобы мы реально поймали его и Лехи. Понятно. Тачку вернули. Блять, я буду моргать, короче, ему. Все, я моргаю ему. О, куда? Ты куда, блядь? Слышь? Ты куда поехал? Эй, это по... Тихо, тихо. А где фура вообще? Что, фура не едет? Так, ладно. Все, мы его поймали, как... Блять, да что ж пугаешь-то, Карин? О, боже мой. Все, пойман, друзья. Реально, ошибку совершил. А где грузовик, реально? Он решил перекрыть нам дорогу. Походу, это кто-то, блядь, из мусоров. Тоже решил помочь и дорогу перекрыть. Вот чё Лёха-то свернул? Ах ты гадёныш, блядь! Точнее, не Лёха, а хуй намотано. Как ты прочувствовал, что там дорога перекрыта? Пиздец. Ладно, давайте последний раз, потом поменяем машину. Так, все, Каринка, давай. Вот, чтобы Федя был, как бы, доволен за тебя. Все-таки ты пошла вместе с ним работать. Аккуратно. Во, все, сейчас.
тормози, идиот, тормози, я тебе моргаю, придурок. Давай, не делай глупости, по встречке 200 летим. Нахуй намотано, все, стой, куда ты опять сворачиваешь? Выталкиваем его, выталкиваем, выталкиваем на дорогу. Все, 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 тихо, тихо, минимальные повреждения, вон грузовик отъедет ебучий. Тихо, все, лови, лови, лови момент, Карина. Красу, молодца, только с другой стороны, подпирай, подпирай, там правда идет фура. Блять, пацаны, из сорян и девчата, я съебываю. Вы как хотите, по-моему сейчас Леха, точнее нахуй, почему я их все время путаю, потому что машина Лехина. Карина, может ты отъедешь, блять, нет? Ай, блять, фура просто не успела, грузовик остановиться не успел и все. Ну как бы да. Пойман, блядь, что я могу сказать. Так, ладно, теперь мы всех выключаем быстренько. Выключаем, восстанавливаем, выключаем, восстанавливаем, выключаем, восстанавливаем. Давайте мы сделаем следующим образом. Теперь поменяем тачку. Значит, нахуй намотан у нас ездит на этой японской хуетени старой. Сейчас мы ему его дадим, и он будет вот на ней съебывать. Блин, вот эта тачка-то нахуй намотана, она же у него не особо быстрая. Подождите, давайте, короче, он на этой ездит, вот это просто побыстрее будет. Давайте он нахуй намотан, будет не вот эта машина, а вот эта личная. Так, replace current, все, сейчас, короче, все, Лехе тачку вернули с минимальными повреждениями, все окей. А теперь сам нахуй намотан решил, что как бы это самое, он от нас будет сваливать. Давайте 1.5 поставим, чтобы он никуда не вылетал, и от вот этого. Нет, тихо, нет, этого вот так. Блять, что же ты творишь, а? О, молодой, поехал, все, так, значит, теперь ставим, ой-ой, тихо-тихо, чейз. А, вот эта машина, нет? Стой, надо проверить. Это она не за грузовиком, блядь, поехала? Блядь, как можно было восстановить их? Наверное, вот так, да. И этот чейз, в принципе, похуй за кем, чтобы он навстречу шел. Все, так. Поехали. Блядь. Блядь, лови его! Лови, он опять сбежал из тюрьмы, короче. Ему дали срок за то, что он спиздил тачку Лехи, и он решил уехать с... Ясненько. Он решил уехать из города, как бы, на своей тачке, но он не понимает, что за ним снова началась погоня. Хуй намотано, не допускай ошибок. Не допускай ошибок. Ёбушки-воробушки. Я еще так проехал, знаете, на скорости 170, как будто и, блядь, ничего не было. Так, тихо, я должен теперь проверить, я же коп. Такое ДТП случилось, надо все прочекать, как там, кто выжил, кто пострадал. Так, вернемся, посмотрим. Ну все, доездился нахуй на мод. Надо было не по встречке съебывать, диод, блядь. Че, диод? Да, диод. Так, что там с ним? Ну да, это, блядь, не Лехина тачка, она-то покрепче будет. А че Каринка-то? А, устала, блядь, да? Сразу, да, так, после погоды. Она как-то мотор положила, блядь. Как она мотор-то положила? Как можно было так пиздануться, чтобы мотор положить? Я не понимаю просто. Так, все, всех восстанавливаем. И давайте, друзья, надо поймать, надо поймать. Смотрите, у него не такая уж и медленная машина, между прочим. Нахуй нам вот у нас на... Все, за Каринку ответишь, блядь. Я перед Федей Петей в ответе, ёпта. Поэтому как бы это... Слышь, тормози, дебил. Давай, мне похуй, это твоя машина личная, поэтому я могу сделать вот так вот, блядь. Вот так, блядь. Опа, хорошо, вошел. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Все, стой, Карина, как, да, блядь, не меня бей! Сука, газуй! Идиотка! Да почему ты меня-то ударила? Идиотина, блядь. Вот он стоял, почему ты в последний момент-то... О, боже мой. Ну ты, конечно... Так, стоп. У нас как бы этот, там фура едет нормально. Она по своим делам хули догоняет. Я хоть и бежу... Мне кажется, или там... Карина улетела. Все, заебал. На, нахуй. Тормози. Тормози, блядь. Тормози, сука, тормози. Буду тебя бить всеми частями. Похуй, у меня уже жопы машины нет. Я все равно должен отвечать буду. Бля, эта фура едет. Ебаный рот. Она куда-то направо поехала. Я не знаю. И там Карина еще тащится, ребят. Самый прикол, что все в действиях. Все разбиты практически, но все... Бля, как же у меня машина не рулит. Он в город заезжает, друзья. Надо что-то делать. Тихо. Блять, какой же ублюдский этот автомобиль, когда он разбитый! Тормози! Все, сдавайся, идиот, сдавайся! Где Карина? Карина, ты где, блять? Ты так нужна сейчас, просто пиздец. Ну просто пиздец, как нужна. Я не смогу на этом говне его догнать. У него тоже хоть машина дамагит, но мне-то не пох... мне-то похуякит, а ему нет. Все, пиздец, я не могу. У меня все покрышки лопнули. Все, он опять сейчас съебет. Я не знаю, что делать, ребят.
Все, пиздец. Где Карина была все это время? Блять, ебаный рот. Она ж только что ехала сзади. Фух, тяжело, очень тяжело, ребят, порой бывает, когда такие боты, блять. Ну ладно. Напарнички, конечно, у меня топовые. Что Федя Петя, что Карин. Карин, давай просто в сторонку, я сейчас сам справлюсь, ты потом поможешь. Давай, договорились? Ну не так в сторонку я имел в виду, а... Ну ладно, догонишь. Так, мусье нахую намотано. Не желаете ли вы... Хорош... Блять, хорошо, как я его ударил-то. Эй, люстру не трогай, сука! Она денег стоит! Светодиодная, между прочим. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Блять, немножко... Тихо. Тихо, вышел такой типа, бля, крепыш, нахуй, машину свою же перевернул. Ух, ёб... Карина, ну ты, да, ну ты чё, блядь, ты, наверное, с Федей Петей в постели такая же, блядь, настырная. Она просто его Я, конечно, не подстрекатель, а на кого фура загрена вообще? Угадайте с трех раз. На кого может быть фура загрена? Охуенно, блядь, охуенно! Все приплыли, ёпта, просто все. Супер! Вообще огонь! Огонь! Угу. Только единственное но, то что, как бы, пожар пожаром, но, по-моему, нахуй намотано... Ой, блядь, японский, блядь, пидорас. Ну ладно, сейчас мы его быстренько это... давайте все-таки его... Надо его повязать. То есть, не, как бы, не, нам не нужны это жертвы там, аварии, все это хуйня. Это, нам-то нужно аккуратно... Карин, только не на меня. Да. Ну, я не знаю, что там с тобой опять случилось. Просто пиздец какой-то. Так, опа! Так. Сдавайся! Сдавайся! Нифига, что он творит! Смотрите, какой грамотный, а! Еще и развернулся так. Все-все-все, тихо. Тихо, стой. Стой, давай, 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 реально, мы тебе срок сократим, ты просто заебал, реально. Реально заебал сваливать с тюрьмы как-то каким-то образом. Где Карина? Она опять перевернулась там, понятно, вся надежда. Блять, эта хуйня несется. Да, по-моему, надо сваливать. Я сваливаю. Только он на меня загрен. Блять, блять! Вот ебическая фура, а? Так, подождите, фура фурой, конечно, это все хорошо, но... По-моему, там под шумок нахую намотано. Да, он съебывает, черт возьми, блять! Да что ж не так в этой жизни-то со мной, а? Почему он опять... О боже, он, по-моему, прям пошел, да? Ладно, сейчас догоним. У нас небольшие повреждения попки. Ну так, просто фура как бы не остановила, нормально. Так, а нахую намотано, пожалуйста, давай договоримся. Ты задолбал, реально уже, ну просто, ну уже сил нет. Мы не можем тебя... Вон он, так. Так, куда он пойдет? Надо как-то угадать. Так, тихо. Наверное, я вот сейчас буду тормозить уже. Направо пошел. Я увидел. Так, небольшой ручник. Смотрите. Оп, оп, оп. Перекрываем дорогу. Перекрываем! Он разворачивается! Давай, 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 давай. С жопы подъезжаем. Все равно жопа битая. Все равно нам за жопу уже платить самим за ремонт. Так, удар. Ликвидировал, нет? А хуй там плавал, блядь, огромный. Дальше поехал. На красный проходит! На красный! Всем постам, я пидорас! Ой, так. Опа! Сука, всю ему машину изгадил. Он мне фару спиздил. Ну хуй намотано, слышь? Все! Тормози! Тормози! Я только вышел из машины, он опять, блядь... Я не знаю, что с ним делать, ребят. Надо его в тотал, короче, уничтожать, потому что это пиздец. Это... Ну он реально, он постоянно убегает. Че бы кто с ним ни делал, он сбегает из тюрьмы. И ну, у него уже столько просто всего спизженного, что как бы, ну, все, он опять убежал. Я думал, что на машине сидит, он уже покинул, блядь, ее. Ладно, давайте, хорошо. Надо в тотал, так в тотал. Попробуем разнести его к чертям собачьим сейчас. Раз он такой у нас умный, блядь, да? Карина, блядь, ну что ж, вот она вроде нормально работала, а под конец что-то, блядь, решила халтурить, видимо. Тоже, видимо, на больничную захотела, как Федя Петя. Ну ничего, ладно. Сейчас мы сами, друзья, мы справимся сами. Никакая фура нам не помешает, если она, правда, не разъебет сейчас нахую намотана. Я могу его, кстати, спасти от верной смерти. А, нет, там фура... Так, тихо. Ага. Так. Все, сдавайся, пожалуйста. Сдавайся, ты задолбал уже! Просто сдайся! Какой же ублюдок, а? Ну? Будешь сдаваться, нет? Чего у меня брокен? Блять, подвески пизда! Ну все, опять я не смогу его поймать. Фура, хули ты тут вообще стоишь-то? Это грозы. О, блядь. Карина, пожалуйста, ты можешь нормально работать. Нормально, это значит реально нормально. Вот просто не... Давай я тебе помогу. Давай, давай, давайте паровозиком по... О, боже мой.
тяжелый случай, реально тяжелый. Все, догоняй нас, пожалуйста, реально. Там ничего страшного у тебя по повреждениям нет. Так, 160 км в час, друзья. Будем бить его вот так. Нет, не получилось. Куда ты съебываешь, а? Ты куда собрался, слышь? Давай-ка, тихо. Тихо. Так, он выруливает. Друзья, надо какую-то... Мне придется пожертвовать. Только не собой. Вообще охуительно получилось! Прям куда надо, водитель! Все, я думаю, там нахуй намотано бы не выжил. Вот эта подстава, это что-то из рода серий предыдущих. Предыдущие серии, помните? Бля, вот что с ней не так, ребят? Вот что с ней, блядь, не так? Я не знаю, как она сама тут находит все проблем. Все, я еще перевернул, смотрите, несколько раз. Все, друзья, это конец. Я поставил конец. Я просто поставил конец в этой истории. Вот куда она поехала? Объясните вообще, вот что у женщины в этой голове? Что с ней происходит? Я не понимаю ее вообще. Вот что она делает? Алло, мы за нахую на мото нагнались как бы. Да-да-да, там авария. Причем серьезная, блядь. Может, посмотришь? Нет, я даже хочу посмотреть, что вот будет. Смотрите, друзья, это не я управляю, если что. Так, Карина, Марина, давайте. Маринка, Каринка. Ну-ка. Угу. Так. Интересно, и что же она предпримет? Видит ДТП. На меня сорвался грузовик. Все, прочекала. А что? Что там? Блять. Грузовик куда-то уехал. Все, да там нет никого. О, господи, понятно все. Ладно, друзья, и напоследок давайте что-нибудь еще организуем интересное и будем заканчивать. Мне кажется, сегодня было вполне себе интересно. Как я вам... она меня раздражает. Вот почему? Вот сейчас она едет нормально относительно. Хотя сейчас ее переклинит, блядь, как еще. Это будет, конечно, не очень хорошо. Так, ладно, блядь. Хорошо. Давайте. Мне кажется, нахуй намотана просто под фуру улетит, точнее, под грузовик. Так, Карина, прости. Извини, ты мне мешала. Ну, сказать, что это жестко, блядь. Зато я спас Карину, кстати. Между прочим. Между прочим, я спас Карину. Но! Хотя, блядь, не то, чтобы спас, она в столб ушла крышей. Ну ладно. Не, у меня есть, конечно, идея. Я есть идея, подождите. Я хочу полную жесть под конец. Сейчас мы сделаем. Надо просто, чтобы Карина поехала до конца. Мы сейчас все в тройничок улетим под фуру. И это будет заебись, смотрите. Блядь, если эта шлюха не будет разворачиваться, блядь! Почему ее так торкает в сторону? Я не понимаю, как ее удержать? Давайте ее попробуем как-то сбалансировать. А то она реально, блядь, вот сейчас тормознет, да? Все, она не хочет уже ехать. Как только... Я понял, что надо сделать. Восстанавливаем... Ну куда ты поехал, ты идиот? А, он же от нее сваливает. Я понял. Сейчас, во! Все, вот сейчас она его, по идее, не должна догнать. И мы сейчас должны... Она не должна тормознуть. А если даже догонит, то как бы... Мы сейчас все втроем улетим, короче, под эту фуру. Карин, пожалуйста, без всяких ошибок. Я тебя... Да, еще на меня, блядь. Вы. Угу. Не знаю, что с ней не так, друзья, но. Ой, блядь. Я не знаю, каким образом. Я вообще сегодня не планировал подставы делать, но у меня получается еще жестче, чем вчера, потому что я это делаю не специально. Как вы знаете, то, что случайно, то всегда охуенно. Как бы разорвало просто нахуй намотано в очередной раз. А Карина, здравствуйте. Только вас уже здесь не ждут. Я не знаю, попробуем еще раз, друзья, я не знаю. Сейчас надо как-то, чтобы Карина просто ехала ровно. Она вот сейчас вот ехала, надо бы ее не толкать, чтобы мы все втроем. Ну что ж ты такая тупая, а? Ну что ж ты такая тупая, а? Почему, блядь? Ладно, друзья, давайте мы сейчас сами разобьемся, и все будет нормально. Все, ребят, подписывайтесь на канал, тут впервые, друзья. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась серия. Кстати, скорее всего, завтра, да, в субботу будет стрим по BMNG в честь 1,5 миллиона... Ёбаный рот, это красиво. В честь 1,5 миллионов на канале подписчиков, друзья, потому что, скорее всего, как раз в субботу мы преодолеем эту цифру. Всем спасибо, друзья. Вот, в общем-то, если что, скорее всего, в субботу всех жду на стриме. Не знаю пока во сколько, наверное, во второй половине дня, но вы не пропустите. Поэтому учтите, в субботу будет стрим по бимке, друзья. Вот, то есть завтра. Все, ребят, всех жду. Обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии, и, в общем-то, да, в моем инстаграме BulkinSPB будет анонс по-любому, во сколько будет стрим, поэтому вы не пропустите, если вы подписаны. И едет Карина, кстати говоря, увидела пожар, и какое у нее будет предпринимать... Ага.
Ей дороже всего на хуйномотку. Все, ребят, спасибо. Увидимся. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.